поймал окуня на опарыша. Уклейки пока что-то нет. Мелкий. Ну ничего, будем ждать. Нет, я так ловлю уклейку. А клюет окунь. Ну, будем дальше пробовать. Хотя бы что-то есть. Погода совершенно изменилась. С утра было совершенно, ну как, тихо. А сейчас вот ветер подул. И как-то и клев пропал. Ну, двух окушков я поймал, конечно. Хотя намеревался ловить уклейку. Ну, в общем, уклейка что-то не особо хочет клевать. Короче, сегодня попал я, как всегда, на изменение погоды. Вчера хорошо клевало, уклейка бралась. Вон люди где-то 4 килограмма поймали уклейки. А сегодня, в общем, тишина. Ну ничего, хотя бы двух окуней поймал. Буду продолжать свой творческий поиск в рыбалке. Поймался хороший окунь. Ну, видимо, сегодня будет день все-таки окуней, а не уклейки. И еще один окушок попался. Неплохо клюнул. Как можно заметить, тут очень грязно. Сейчас я этот весь мусор соберу. Хотя бы с одной стороны чуть покрасивее стало. Ну, конечно, это ужас. Столько навалено грязи всякой. Так, я вот собрал, сейчас надо еще руки спиртом протереть. И все будет нормально. В общем, через куст от меня мужика клюет постоянно уклейка. У меня вообще ни одной поклевки, ни поглубже, ни поменьше. Вообще. Говорит, кормил батоном и Дунаев еще прикормку, но я хлебом кормил. Ну, в общем, не клюет. Поймал я 4 окуней. Да надо, наверное, собираться. Поеду домой, что-нибудь поделаю. Ah.